Дарите людям теплоту, ребенку, женщине и другу, и отодвиньте пустоту, ведь все вернется к нам по кругу. 17 февраля во многих странах мира отметили самый милый праздник – День спонтанного проявления доброты. Ну и мы не остались в стороне и решили отметить этот праздник маленькими добрыми поступками. Поехали! Этот праздник берет свою историю из США. 17 февраля во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. А сейчас мы пришли на рынок, чтобы помочь продавцам продать свой товар. Люди из разных уголков мира проявляют доброту, празднуя этот день. И можно найти много добрых видео об этих поступках. Помните, каждый, хоть незначительный, но добрый поступок может поднять настроение человека на целый день. Здравствуйте, Дже. Дже. Еще одной Джешке. Здравствуйте, Дже. Это вам подарок. Сегодня Всемирный день добра. Добро – это не только себе, и другим тоже делать добро. Вот от невзначай человека, он даже поможет сумку понести, все, и уже приятно. А когда в поликлинику приходишь, когда медики встречают тебя, ты даже себе сразу легче чувствуешь, что тебе легче уже болезнь переносится. Человек не должен гордиться тем, что он делает добро. Если он делает добро, он делает ради себя. Добро не означает, что ты более хороший человек и не хочешь кому-то зло или что-то такого. Будьте добрыми не только в этот день. Дарите радость и счастье окружающим людям. Просто так, без причины. Зинат Бахтиярова, Кадыр Султаналиев, Первый общественный канал, студия «Замана».